Московские новости. По-прежнему самый животрепещущий вопрос, смогут ли русские создать альтернативное правительство тому оккупационному режиму, который не отражает ни интересов русских людей, не видит никаких перспектив у России. Мы видим, что кризис продолжает развиваться, что он уже не остановим, что правительство Путина-Медведева рухнет рано или поздно, ну или же прольется столько крови, чтобы угомонить всю эту ненависть, которая назревает и поднимается как волна, и, конечно, смоет нынешнее правительство, нынешний режим. Желательно, чтобы как можно быстрее это произошло, потому что каждый день это колоссальные потери. Для того, чтобы вновь наладить жизнь, придется затратить очень много усилий. Народные лидеры сформировались как народное правительство, и сейчас в регионах происходит структурирование народных администраций. Приведет ли это к успеху? Проблема, конечно, в том, насколько сплотится вот эта лидерская группа, которая, ну, можно сказать, была чуть ли не насильственно подвигнута к активности действиями совещания национально-патриотических сил и Русского национального фронта. Но нельзя сказать, что эта активность перешла какую-то определенную грань, когда люди сожгли за собой мосты и уже видят впереди только победу и стремятся к ней. Нет, требуется еще сплочение и требуется выяснить, кто на самом деле в этом проекте собирается участвовать, а кто просто пришел так отметиться, наплевать всем в душу, хлопнуть дверью. Я думаю, что такие люди будут, и будут широковещательные завещания, будет это хлопание дверью, но мы должны это пережить. И к этому надо быть готовым на том совещании, которое должно произойти буквально завтра. Я как раз снимаю накануне этот ролик. Вполне возможно, такой выход, цыганочка с выходом, произойдет. Но если не произойдет, то несколько позже. А совещание будет посвящено подготовке съезда, на котором будет определен кандидат, народный кандидат от национально-патриотических сил. Ну и с привлечением, конечно, левых сил, потому что национал-патриоты настолько сильно потоптаны нынешним режимом. Мы же самые главные враги ему, мы не подстраивались под этот режим. Но вот сейчас коммунисты, почувствовав, что режим зашатался, вроде бы как на словах согласились, что должна быть какая-то общая линия. Но там в Компартии, за пределами Компартии, я вообще ничего не хочу говорить, потому что там есть тоже свои коммунистические, я имею в виду КПРФ, там есть тоже своя фронда, свои люди, которые отошли в сторону и критикуют зюгановскую КПРФ. Там свои собственные заморочки, они тоже какого-то лидера своего выбирают и, может быть, выберут того же самого, которого и мы. Но там, естественно, не рассматриваются лидеры национал-патриотического фланга, а только те, кто находится где-то в центре или слева. Вот мы пока никакое рейтингование не проводили, и более того, мне кажется, что это некорректное поведение, когда выставляют голосовалку в сети, вот там образовали группу, там Павел Грудинин, народный президент или там наш президент, и давай голосовать. Ну, понятно, что они мобилизовали своих сторонников, и большую часть голосов получил Грудинин. Но если бы мы на своем ресурсе поставили, скажем, партии «Великая Россия», и там мою фамилию бы вписали, ну, там бы я победил. Если бы на странице сторонников Юрия Болдырева, то там бы победили его сторонники. Ну, то есть эти голосовалки, они ничего не значат, и я поэтому как-то не хочу в них участвовать. Левые там тоже выставили целую линейку лидеров, ну и там Павел Грудинин и Юрий Болдырев вот лидируют. Ну, это левый фланг, а есть еще правый фланг. Вот кто там будет лидировать? Я думаю, что если сейчас поставить голосовалку, ну, наверное, Стрелков будет лидировать, хотя негативное отношение к нему достаточно серьезно, и я вот вижу, выставил я свои сомнения в том, что вообще что-то получится, какое-то сотрудничество с Гиркиным, и там, в общем, огромный поток ругани был, я всю эту ругань стер, вот, но в отместку получил там еще определенные соображения или подсказывающие мне, что, наверное, не получится сотрудничество, ну, по крайней мере, я не вижу, чтобы этот персонаж укреплял правый фланг, хотя он называется монархистом, националистом, ничего монархического, ничего националистического в его словах, действиях, телодвижениях нет. Комментарий очень правильный, критический. Что делать дальше? Что делать дальше? Нет.
Нас упрекают в том, что мы сотрудничаем с коммунистами. Коммунисты – это богоборцы, враги рода человеческого, России, русских. Совершенно так. Коммунисты, которые веруют в коммунизм. Но сейчас посмотрим на тех, кто называет себя коммунистами. Разве это коммунисты-ленинцы или коммунисты-сталинцы? Они верят в мировую революцию? Нет, не верят. Раз они не верят в мировую революцию, они уже автоматом перестают быть интернационалистами. Хотя многие из них являются интернационалистами такими внутренними. Им все равно, русский, не русский, лишь бы был свой. А что значит свой? Они ориентированы на рабочий класс, как на передовой отряд, который вот будет впереди ломать прежнюю систему. Да нет, вроде не ориентируются, потому что прекрасно понимают, что как такового рабочего класса сейчас нет, а я им подскажу еще, что и никогда и не было. И то, что называлось рабочим классом, это была выдумка, миф для того, чтобы как-то попытаться подтолкнуть к солидарности, сплоченному действию небольших группировок, которые, ну, собственно, и не образовались. Как в России, аграрной стране, какой-то рабочий класс где-то там лидировал. Да нет, беднота, вот эта шпана, которую раздали револьверы и винтовки, начала убивать направо-налево. Криминал выскочил из подворотен, и это и было причиной гражданской войны. А вовсе не какие-то там классовые противоречия, все вот это вот намешанное в течение советской власти, заложенное в голову многим людям и повторенное тысячекратно теми, кого они воспитали, следующие поколения. Кто не жил при СССР, начинает расписывать, какие там были прекрасные условия жизни, что там квартиры раздавали бесплатно. Ага, сейчас. Бесплатно ничего не раздавали, потому что вам сначала надо было получить антисанитарные условия, менее 5 метров квадратных на человека в квартире, тогда вас могли поставить на очередь. И вы в очереди могли простоять до конца жизни. 20 лет стоять в очереди – это было дело обычное. Но более успешно ожидали квартиры те, кто там по какому-то контракту, по найму, по лимиту приезжал там куда-то или в отдаленные территории, или каким-то образом вот в нем были заинтересованы, давали квартиры, там, вот, ну, нужно в новом районе там, организовать школу, вот школьным учителям давали, вот человек простоял там лет 15 в одном районе, просидел в ожидании, там, в коммуналке в ожидании квартиры, ну, его перетащили в другой, соблазнив тем, что сразу дают квартиру, ну, сразу получилось не сразу, а лет через 15. Поэтому, ну, ничего такого не было, что там расписывают, любой тезис можно разбить. Да, экономика была все-таки какая-то в сравнении с нынешней, сейчас нет экономики, то есть были целостные экономические системы. Была социальная политика? Была, конечно, тоже построены целостные социальные системы, они сейчас разрушены. Ну, так, чтобы это радикально как-то отличалось от нынешней ситуации, да, в общем, нет. В общем, нет. Лучше было, конечно, лучше в том смысле, что были какие-то перспективы, и страна была управляемой, все системы были управляемы. Но мозги, которые были пристроены к этой системе, не смогли справиться, не смогли построить никакую стратегию, они не могли отказаться от марксистского символизма, и поэтому завели страну в тупик, а внутренняя оппозиция взяла, просто перевернула эту кубышку и выплеснула весь этот марксистский мозг куда-то на помойку. И забрали себе собственность. Вот этот внутренний переворот состоялся. Ну, собственно, вот этот материализм, который навевался коммунистическим мировоззрением, он и взял вверх. Вот в таком виде. Оказывается, коммунизм и либерализм, близнецы-братья, они очень тесно взаимодействуют и в одних и тех же мозгах перемешиваются легко. Когда карьера, собственность и так далее стоят на первом месте. Когда именно материальные причины людей подвигают на государственное преступление. Вот они за счет разрушения великой державы, все-таки Советский Союз был действительно великой державой, за счет превращения России в региональную державу и разграбления ее ресурсов, в том числе и иностранными государствами, получили те миллиарды, которые разложили по карманам. И сейчас вот путинский режим – это режим миллиардеров. Вовсе никакого капитализма там нет, говорят, капитализм, социализм. Да мы и не делим. Мы видим, что нет мировой революции у коммунистов, нет интернационализма, ну, кроме таких рудиментов, которые постепенно рассеиваются. Нет стремления к классовой войне, напротив, есть стремление к социальному сотрудничеству и поиск среди тех, кто заработал свои средства, капитал трудовым образом. Да, есть общее с нами стремление к тому, чтобы разгромить олигархию. Здесь абсолютно нет ничего классового. Надо просто варьё изменников посадить в тюрьму и отнять у них всю собственность и всю власть. В этом с коммунистами у нас нет противоречий. Поэтому, когда
социально-экономическую программу Болдырев предложил, оказалось, что ну, там нечему противоречить, все примерно в одном и том же духе, и мы согласны, и коммунисты согласны. Но коммунисты, они уже совсем не коммунистические, им только для того, чтобы получить мандаты в Думе и там, в региональных парламентах, им нужен вот этот символизм, который притягивает на избирательные участки все тот же так называемый электорат. А если бы они по правде говорили, весь этот коммунизм просто вычистить, выбросить и забыть вместе с Октябрьской так называемой революцией, про которую мы все прекрасно знаем, и те же самые коммунисты знают, кто стоял за этими так называемыми революционерами, что это был германский генштаб, что это были франкмасоны, что это был английский клуб и так далее, и так далее. Что все это финансировалось в условиях войны, подготовили разгром России изнутри. На фронтах разгромить не смогли, на фронтах Россия уже была готова к последнему рывку победному и готова была штурмом взять Берлин, и, в общем, на этом бы все закончилось, вся война. Они решили, в том числе и так называемые союзники по Антанте, уничтожить Россию изнутри. У них получилось, потому что были определенные брожения, связанные с ростом, очень быстрым ростом экономики, ростом науки, культуры, образовывались новые социальные слои, вот это все еще не сформированное, привело к ослаблению, нет, не государства, а общества, на которое государство должно было опираться. Общество еще только рождалось, и вот оно рождалось в оппозиции к государству. И многим людям снесло в это время мозги, и они перешли в такое состояние возбужденности, которое, может быть, бы прошло через десяток лет в условиях спокойствия. Ну вот, навязали России войну, и из этой войны, а собственно все волнения-то произошли в Санкт-Петербурге. Россия была абсолютно спокойна, не было, были трудности, как и у всех государств, в условиях войны, конечно, были, но не было ни массовых стачек, ни бунтов никаких, нет, только в Санкт-Петербурге. Ну, естественно, когда арестовали верховного главнокомандующего государя-императора Николая II, все начало сыпаться. Как только его арестовали, тут же разогнали практически всех командующих фронтами, и даже вплоть до дивизии всех разогнали. А потом, ну, естественно, фронт начал сыпаться, а в тылу началось вот этот разгул воровства, потому что полиция была ликвидирована, и пока была угроза для всего варья, что вот сейчас за шкирку возьмут, а еще в условиях военного времени могут их к стенке поставить, тогда все было более или менее. Были там и свои безобразия, были попытки нажиться на военных поставках, но тут уже полный беспредел. Но те, кто вцепились во власть, вот думали, что сейчас они будут править Россией, тоже были отправлены в отставку, следующая генерация, и дальше все хуже, 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 и, естественно, пришли к власти самые худшие уголовники. На уголовниках опирались те и другие, но в конце концов сами уголовники это и были большевики. Вот настоящие большевики это и были уголовники. Государственные изменники, не просто, они же не занимали государственных постов, но они изменили России и действовали против нее. Лозунг «Поражение правительства в войне», выдвинутый большевиками и поддержанный. Кто их мог поддержать? Ну, криминальные элементы. Им раздали оружие с помощью Керенского и совершили следующий переворот, а дальше... Дальше в условиях гражданской войны покрошили друг друга, как только смогли. Вот с этими коммунистами, которые были тогда, естественно, мы бы воевали до последней капли крови. Нынешние коммунисты КПРФ это совсем, конечно, уже не те. Они к КПСС не имеют отношения, потому что другие установки и уже к большевикам тоже никакого отношения не имеют, но привязаны к символике. Вот это их, конечно, губит, и их партия, конечно, идет в могилу. И они ищут что-то, вот я думаю... что наш расчет на молодое поколение КПРФ, которые ищут какого-то другого бытия, это, ну, видимо, перехода в какую-то социал-демократическую партию, ну, таковой она уже и являлась на излете КПСС, это уже была, конечно, не коммунистическая, а социал-демократическая партия, ну, и сейчас тоже примерно в этом же духе надо отказаться от неких символов, которые, ну, разве что в виде мифа существуют, подкрепляют там что-то в мозгах некоторых людей, в особенности пожилых, но для молодых они не значат ничего. Великая Октябрьская социалистическая революция. Не Великая, не Октябрьская и не социалистическая. Потому что празднуется праздник 7 ноября. Да. То есть все переврано. Ну вот эта вот лживая символика, она, конечно, отпадет сама, потому что она свидетельствует о лжи. Содержание не соответствует облику, а облик держится только для того, чтобы получить мандаты. Все это пройдет, если преодолеется зависимость от геронтократии, которая вот
уже сложилась в течение четверти века, геронтократы держат в своих руках партию КПРФ. Если молодые волки там загрызут Зюганова and company, тогда народный кандидат будет у нас общий с КПРФ. Если нет, ну значит, пойдем без них. Конечно, речь идет не о том, чтобы выиграть на выборах по правилам жуликов. Естественно, выигрывают только жулики. На выборах Путина победит только Путин. Но мы структурируем иное видение будущего страны и иных людей собираем, которые не хотят жить под ярмом олигархии, под ярмом путинского режима. И это нормальный путь. Путь не бессмысленного и беспощадного бунта, а другого бунта и не бывает, а путь последовательного формирования политической силы, которая в какой-то момент может опереться и на военную силу, если таковая будет. А совершить переворот с улицы, собраться большой толпой и, как там говорил один юморист, если миллион соберется под Кремлем и пописывает, значит, Кремль смоет. Ну, это хорошо в виде анекдота, а реально такого быть не может. Миллион, два миллиона, десять миллионов, разницы нет. Сколько вы ни соберите, штурмом брать даже зубчатую стену и то невозможно. Только вооруженная сила может сместить вооруженную силу. Или политический переворот внутри власти, который будет учитывать те необходимые изменения, которые требует все общество, которые требует народ, и в тех условиях, когда есть контрэлита, которая может заместить нынешнюю так называемую элиту, на самом деле антиэлиту, антинациональные силы. Национальные силы должны прийти взамен антинациональным. На это и расчет. Проблема, конечно, состоит в том, что истина одна, партий много, истина одна. Кто думает, что у каждого своя правда, своя истина, тот, конечно, сильно ошибается. Права либо одна партия, либо ни одна партия не права. Может быть, группа партий права, одну и ту же истину она излагает, но тогда почему эти партии раздроблены, они должны соединиться и создать вот единую политическую силу. Партийное строительство никогда не приводило к успеху, поэтому вот и наша партия «Великая Россия» не совсем партия, а партия «Орден», и она никогда не будет регистрироваться, никогда не будет участвовать в парламентских выборах. Может быть, какая-то другая партия станет по ныне действующему закону носителем для общественно-политических сил национально-патриотического толка. Может быть. А может быть, как-то все по-другому произойдет. Но главное, мы опираемся не на партийность, а на общие задачи. Поэтому мы не смотрим, к какой партии принадлежит тот или иной деятель, которого приглашают в вот этот проект «Народные лидеры». И даже если там люди придерживаются несколько различных представлений, все-таки программная основа одна и та же. Мы же как бы поддерживаем одну и ту же платформу. Но каждый в ней видит что-то свое. Чтобы соблюсти баланс, конечно, должны быть среди национал-патриотов те, кто балансирует и не позволяет съехать всему этому проекту влево и превратиться просто в обслуживающий персонал КПРФ. Вот я для себя именно такую роль вижу, и не вижу для себя никакой роли в качестве лидера этого проекта, но вижу, кто может быть лидером. Может быть лидером Юрий Болдырев, вот мне больше всего импонирует его фигура, потому что он именно балансирует интересы, не представляя вот какое-то преимущество тем или другим, левым или правым, националистам или левым. И вот эта роль его весьма существенна. Но может быть, и, конечно, и другой лидер, может быть, лидер, которого меньше знают. Я думаю, что Юрий Болдырев из всей этой компании наиболее известный. Ну, скажем, все время называют либо Павла Грудинина, либо генерала Соболева. Мне импонируют оба этих человека, несмотря на то, что они формально числятся в КПРФ, тем не менее их мировоззрение все-таки несколько иное. Это не ленинское, не сталинское мировоззрение, это мировоззрение русских людей, которые по судьбе просто оказались вот там, в другой партии. И если они вперед не будут выставлять свою партийность, то вполне возможно, что и их можно рассматривать как потенциальных народных лидеров. Может быть, я думаю, что вот это партийное, давление партийности приведет к тому, что Юрий Болдырев скажет, ну, ты, если победим, то ты там похлопает по плечу, и ты будешь у нас премьером. А президентом, ну, скажем, вот Грудинин будет. Я Грудинина только слышал по телевизору, среди народных лидеров он пока ни разу не появился. Я думаю, что вот должно произойти, чтобы он действительно был как-то на уровне президента. Да, это, как говорят, человек остроумный, знающий, способный предъявить результаты своей деятельности,
Но этого маловато будет. Довольно много успешных предпринимателей, которые не на человеческом горе построили благополучие своих хозяйств. Довольно много остроумных людей среди них. Я думаю, таких как Грудинин довольно много. Его отличие лишь в том, что, скорее всего, если не Зюганов, то его могут поддержать, или, скажем, Соболева, их могут поддержать те, кто соберется на съезд КПРФ. А мы-то в каком состоянии окажемся, если мы выдвинем, скажем, Болдырева, а не выдвинут Грудинина? Мы что, их будем сталкивать лбами? Тут действительно надо подумать. Может быть, завтра на совещании национально-патриотических сил, постоянно действующее совещание соберется вместе с народными лидерами, подумать о выдвижении нескольких кандидатур, ну скажем, трех кандидатур, и это будет своего рода вызов, предложение к Компартии, как они поведут себя в этом отношении. Ну, естественно, что мы не можем выдвинуть ни Зюганова, ни какого-либо партийного функционера. Ну, значит, вот примерно круг фигур я очертил, вот три фигуры, может, еще какие-то добавятся. Вот, может быть, надо добавить какие-то фигуры, от которых КПРФ, скажем, откажется. Ну, они будут явно неприемлемы. Ну, хотя бы такая возможность для вычеркивания им будет предоставлена. Я думаю, что съезд пройдет где-то в начале 20-х чисел декабря. Скорее всего, до съезда КПРФ, который пока намечен на 23 декабря. Но мы, соответственно, будем выдвигать своего кандидата или кандидатов 21 числа. Это предварительные пока... предварительные соображения, посмотрим. Сейчас главное вот обсудить методику, как мы будем действовать. Мы же идем на выборы не для того, чтобы на них выиграть, потому что на них выиграть невозможно. Но для того, чтобы собрать максимально больше голосов, максимально заявить о том, что народное правительство уже есть, не просто какой-то отдельный кандидат очень хороший идет, а идет целая команда, которая может занять ключевые министерские посты и обеспечить ликвидацию олигархии и поступательное развитие нашей страны как государства, безусловно, социального, безусловно, национального. Ну, некоторым здесь послышится национал-социализм, но не бывает такого. Идеология не может быть национально-социалистическим. Национальное государство, естественно, должно быть социальным. В нем сильная социальная политика предполагает строительство нации, но не обслуживание каких-то идей, каких-то эгоистических интересов, неких социальных слоев. Нет, в целом национальный проект должен быть реализован. И я думаю, что те, кто выступает за социальное государство, они тоже не предполагают социального паразитизма, а предполагают все-таки некий целостный проект. И тогда это действительно национальное государство. Какой у него облик должен быть? Конечно, не интернациональный, потому что тогда это никакого облика. Русское национальное государство, русский облик, приоритет русской культуре, русскому языку, русскому образованию, русской истории, которая как основа мировоззрения, русской литературы и так далее. То есть здесь все русское при непротивлении какому-то образованию на иных языках и преподавании других культур и сплочение этнических общин, которые лишь не должны иметь никакой политической задачи и никакой политической субъектности. Политическая субъектность – это государство. Все остальное, весь этот федерализм, конечно, должен быть рассеян. Конечно, проект «Народные лидеры» еще достаточно слаб. Еще те, кто включились в этот проект, утверждены, поддержаны в качестве лидеров, еще не ощутили себя членами команды. Кроме того, проект слаб, потому что в нем еще недостаточно сил и средств, недостаточно людей включились в этот проект и не привлечены достаточные средства для того, чтобы ну, просто элементарно обеспечивать какие-то организационные мероприятия. Ну, как я уже рассказывал, вот съезд мы должны были провести, на съезд ушло у нас там порядка 120 тысяч рублей, и как-то мы все-таки сошлись, и два мероприятия почти одновременно, с разносом несколько дней, съезд, потом русский марш, все это требовало затрат. Собрали мы их, Христа ради, попросив денег у граждан, собрали этот съезд, но их надо собирать не один, надо формировать свои средства массовой информации, потому что нас никуда, естественно, не допустят, надо готовиться к избирательной кампании и так далее, и так далее. Целая цепочка разных событий должна происходить, которые надо финансировать. Деньги эти с потолка не спустятся, и олигархов, которые бы финансировали нашу деятельность, нет и не предвидится. В таком случае только граждане могут профинансировать проект «Народные лидеры» и, естественно, поддержать своими
действиями и своими деньгами, это немаловажно, выдвижение народного лидера, народного кандидата в президенты, который в дальнейшем, я надеюсь, станет народным президентом. И в этом случае я обращаюсь к гражданам, мы постоянно публикуем счет, на который приглашаем перечислять посильные, жертва не должна быть непосильной, посильные средства. Некоторые присылают там 100 рублей, некоторые 1000 рублей, некоторые 10 тысяч рублей. У каждого свои возможности и свои представления о масштабах жертвы, которая не убивает человека и делает его, оставляет его способным к тому, чтобы и в дальнейшем поддерживать этот проект. Сегодня какая-то поддержка, там через несколько месяцев еще одна поддержка. Мы к этому стремимся, а не к тому, чтобы кто-то там разделся до нитки. И в проект, который еще большой вопрос, победит ли он и сможет ли он действительно захватить умы. Потому что разодрать этот проект в кулачки легко. В том числе и внутренней изменой, как я говорил на митинге на русском марше, Иуда непременно появится. Без этого просто не бывает. Я вспоминаю историю партии «Родина» и вижу, там не один Иуда появился, там их было несколько последовательно, несколько измен, несколько попыток перетянуть одеяло на себя. В результате разорвали это одеяло, и от «Родины» не осталось ничего. Она и просуществовала это всего с 2003 по 2006 год и доживала еще 2007 год, уже, можно сказать, как умерший проект. И не хотелось бы, чтобы это повторилось, но Иуда будет обязательно. Поэтому, если не будет поддержки этому проекту, то измена созреет сама собой. Люди, просто расходясь в сторону, в разные стороны, даже если ничего не будут говорить и не будут плевать друг в друга, все равно это будет рухнувший проект, который предали все. И все из этой лодки решили пересесть на какие-то другие транспортные средства, и лодка просто пошла ко дну. Вот. Мы все-таки стремимся к тому, чтобы проект имел перспективу. Значит, необходим определенный уровень доверия между народными лидерами. Далеко не между каждыми двумя лидерами такое доверие может быть обеспечено. Я тоже далеко не всем, кто включен в этот список народных лидеров, доверяю, а некоторым просто абсолютно не доверяю. Но это не подталкивает меня к выходу из проекта или каким-то там обличением публичным. Обличение, если Иуда появится, обличение, конечно, будет. А пока стремимся к тому, чтобы все-таки утрясти сложную команду, сложную конфигурацию. Ну, такова сложность момента, ведь путинская, до этого ельцинская администрация стирала все просто в дым. Кого-то покупали, кого-то убивали, кого-то исключали из политического процесса. Мы это видим постоянно. Нам нужно противодействие. Вот как бы нас ни топтали, ни ссорили, как бы к нам ни внедряли всяких агентов и так далее, все равно идти сплоченно. Избавляемся от предателей и все равно идем вперед до победы. Вот это и должна быть наша ориентация на победу. Просто, не просто поиграться там. Какие-то мандаты, там, чтобы КПРФ еще несколько мандатов получил, нет, нам это не интересно. И один из побочных эффектов проекта «Народные лидеры» – это укрепление национально-патриотического фланга, формирование новых организаций и укрепление старых. К сожалению, у нас очень мало вообще каких-либо организаций, даже у нас, я тут вот переписку, организация, там 6 человек, вот региональная организация, но тем не менее она существует. Действительно, численность очень незначительная у нынешних общественных объединений, даже если есть какая-то региональная инфраструктура. Но это связано просто с тоже таким переходным периодом, когда уровень доверия вообще какому-либо лидерству, какому-либо проекту исходно чрезвычайно низок. И поэтому люди стоят в сторонке и присматриваются, думают, ну вот провалится или нет, ах, вот опять провалилось. Ну мы же говорили, повторяют скептики. Но надо включаться в проект, а не стоять в стороночке и как-то скептически оценивать все, что происходит. Да, проект сложный, но называть его там маргинальным, соберите такую команду. Где вы соберете такую команду на уровне там заместителей министров, там генералов, ученых? Где вы найдете такую команду? Ее просто не существует. Не существует. Вот существует только такая, с такими внутренними противоречиями, какие есть, и идеологической нестойкостью. Надо укреплять все это дело, надо формировать группу поддержки именно из тех, кто будет свою идеологическую позицию
встраивать в этот проект. Не навязывать вот так только единственное представление, хоть истина одна, но все-таки она складывается из множества представлений, по крайней мере, ее понимание. Не сама истина, естественно, складывается, мы стремимся к ее осознанию, но тот, кто осознал, должен предъявлять свои доводы и встраиваться в этот проект. Вообще, в целом, это проект России, не Российской Федерации, а России, России будущего. Вот мы все каким-то элементом встраиваемся в этот проект. И даже лидер, которого мы выдвигаем, это только элемент этого проекта, а не тот, кто вообще предопределяет весь его облик. Вот мы, русские люди, должны в этом проекте поучаствовать для того, чтобы у этого проекта появилось русское лицо, русский облик. И без этого вообще я не мыслю участие в такого рода проекте. Как, если в нем появится какая-то червоточина, которая будет все это дело превращать в очередной интернационал, когда будут говорить, а как же нам быть там с бурятами, якутами, да как быть, как были, это есть традиции национальной политики Российской империи, не советские же, не советскую традицию уже нам возвращать, когда из русских делали советских, и уж современное, когда из русских пытаются делать россиян, совершенно для нас неприемлемо. Поэтому если все-таки это будет русское лицо, тогда проект будет иметь перспективу, в том числе и у людей не обязательно русского рода, потому что будет облик, а есть так, в общем, никакого облика, если все время раскладываться на все стороны и говорить про тоже россиян, тогда ничего из этого проекта не выйдет. И наша задача уже даже сверх этого проекта, самая ключевая задача, это преодолеть хаос в головах. Но действительно царит полный хаос. Если все-таки от либерализма как-то отказались, он настолько отвратительно себя проявил и проявляет, что минимально разумного человека он вызывает просто какое-то рефлекторное отторжение. У человека русского он на уровне отторжения... У русского человека национальная идентичность отторгает либерализм. А вот с коммунизмом хуже. Долго его насаждали в мозги и зацепилось там много. Вот это нужно от этих всех догматов, от всех этих символов нужно избавиться. И тогда и собственную историю мы увидим такой, какая она есть. И перспективу увидим именно в виде русского проекта, а никакого, ни коммунистического, ни социалистического, ни национал-социалистического, никакого угодно еще. Русский проект. И нам нужен, конечно, не капитализм, не социализм. Это все термины придуманные, выдуманные, никому не нужные. Мы вообще в этих терминах можем не мыслить, и они абсолютно не нужны для процесса мышления и выстраивания русского проекта. Нам нужен строй не социалистический, не капиталистический, нам нужен русский строй, русское национальное государство, Россия, русскую власть.